Идем на смотровые площадки любоваться видами на Торжок. Я обязательно должен был попробовать котлету по-пожарски, которая здесь и была придумана Евдокией Пожарской в начале 19 века. Она стала настолько популярна, что Александр Сергеевич Пушкин, посмотрите на нее, как она сочная, своим друзьям Пушкин рекомендовал приехать в Торжок и обязательно ее попробовать. Настолько она сочная, нежная, обжаристые курочки. В общем, вы будете в Торжке, обязательно здесь ее попробуйте.
Еще один из заброшенных монастырей Торжка. Начало 18 века. Все заброшено, полная разруха. Служение в нем было окончено в 1925 году. На территории мемориала есть вот такая полевая кухня. Можно зайти и перекусить солдатской кашей. Наверное, не только кашей. Сейчас пойдем посмотрим. Вот полевая кухня. Одно из многочисленных братских захоронений Тверской области в районе Ржева. Уже на подъезде в Осташков заехали вот тут посмотреть список захороненных здесь. Здесь еще отдельный такой.